подлежит восстановлению, да? Подлежит, конечно, это что? Сейчас за него руки дойдут, броню утащит. О, БМП, подлежит восстановлению. Да. Начинается эвакуация трофеев. Рим. Что такое Рим? Ай-яй-яй-яй, они ругаются на нашего президента. Такие нехорошие пацаны. Работает. Хорошо. А вот красавец. Практически целый. Тоже отжато. Шестьдесят четверка с траками. Много добратов. На одном перекрестке два танка, два БМП, инженерка. Это я через три дня приехал. Это же наш. Украина по НАТУСЕ. Ну не по НАТО, а на севере. Западе. Юго-западе. Рим. Что за Рим?